Знание – талант, приходящий с большим трудом, и также приходящий просто так, по твоей доброй воле. Все исходит из тебя, мудрость, откровение, и эти звуки в моей голове, создающие волны моего сознания, частицы вселенского сознания. Он дающий знания, память и забвение. Хотя зачастую, находясь в иллюзии, мы думаем, что приходящие результаты приходят благодаря нашим умственным усилиям. Источник всей информации является он, вселенское безграничное сознание, обладающее всей полнотой знания, которые изучают ученые и наслаждаются своими трансцендентными чувствами, приходя к различным достижениям. Ученым-мыслителям, который Господь раскрывает какие-то моменты о своей природе, некоторые частичные законы, а возможно, он и пошутил, но не понимает, что это не полная картина, а мазок или пиксель полного изображения. Они принимают это как полную истину, с трудом проявляя гибкость и нежелание применить следующее открытие, состоявшимися, пустившими корни окаменевшими законами и правилами в нашем сознании, которые постепенно раскрывает нам Господь на нашем пути, поднимается ступень на ступень по сознанию Его.